Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И гуляя по просторам Ютуба, я встретила очень такую смешную сравнилку, которая меня заставила смеяться, что Фаберлик бал только половинчатый, компания не доплачивает и всякая подобная чушь. Вот, почему чушь? Ну, да потому что, да, на самом деле в компании Фаберлик есть полный бал, есть половинчатый бал, вот, но самое интересное в том, что половинчатый бал это на акцию и дополнительный ассортимент продукции, да. Вот давайте с вами сейчас войти. И я вошла под своим логином, паролем на сайт Фаберлик, да. Ну и возьмем, ну, хотя бы эти же новиночки, да, и будем смотреть на самом деле. Да, то есть 259 рублей, 3,45 балла. И давайте научимся с вами сейчас считать. Да, как вот это можно считать? Ну, во-первых, это будет видео для новичков Фаберлик, да, которые сталкиваются с данными сравнилками. Во-вторых, это будет для тех, кто считает, что на самом деле компания Фаберлик половинчатый бал и слишком огромная цена. Разница, да? 259 рублей мы с вами делим на 3,45. И вот таким вот образом мы с вами смотрим, что балл-то у нас все-таки 75 рублей, да? Вот. Ну, давайте что-нибудь найдем с вами по половинчатому. Скорее всего, я сделаю это одежду и аксессуары. Вот, одежду и аксессуары. Тут, конечно, будет половинчатый балл, да? Как вы видите, 199 рублей и балл 1,33. Как я вычисляю? 199 мы делим на 1,33 балла. У нас с вами получается 149, да, рублей балл на закупку. Так вот, чтобы не смотреть вот данную, допустим, бижутерию, ДНС, да, то есть дополнительные продукты, без которых, в принципе, в магазине вы вообще баллов не получите, если смотреть со стороны бизнеса, да, и смотреть вот сейчас на акционные красные ценники, которые идут со скидкой. Да, давайте еще посмотрим, да, вот таким вот образом, да, сыворотка антистресс, кстати, очень мне нравится, 444 мы с вами делим на 5,92, у нас получается 75 рублей балл, да, то есть и такой вот продукции за 75 рублей балл, ее очень много, да, считаем 96 поделить на 1,28, да, то есть вы можете все таким образом покупать, и у вас 50 баллов получится на 4000 рублей. Ну что ж, давайте с вами посмотрим, да, нажмем купить сыворотку, к примеру, нажмем купить сыворотку. И давайте купим что-то еще из новинок, да, вот смотрите, 36 рублей, 0,24, половинчатый балл, да, 21 балл, 0,28, это полный балл, да, то есть я думаю, вы научились определять, да, карандашик у нас идет полный балл, да, то есть вот таким вот образом вам будет очень легко определиться, да, вот сыворотка 3,55. Да, не забываем цену, вот эту вот красную, да, не по каталогу, цену не по каталогу, а именно со скидкой, с нашей скидкой. Вот у меня скидка 26%. 266 я делю на 3,55. Что у нас получается? 74,9, да. Ну и давайте возьмем купить. Так, добавляем в корзину. Сейчас мы с вами перейдем в корзинку. У нас там два продукта. Да, вот шаг первый, формирование заказа. У нас тут два продукта, 700 рублей, 9 баллов. Да? Ну и давайте прибавлять. Давайте возьмем этих 5 штучек и вот этих, да, 5 штучек. 47 баллов на 3500. Да, к примеру, возьмем 6 штучек. Да, 50 баллов на 3800. И я, в принципе, не вижу особой паники и зачем создавать всякие сравнилки, если вот на самом деле
люди не знают сути бизнеса, люди не, может быть, не зарегистрированы в Фаберлик, может быть, они послушали какого-то, грубо говоря, неправдивого консультанта, может быть, они сами ничего не поняли. Но вот я сделала 50 баллов на 3800 рублей, и я не вижу, где можно сделать заказ, да, и, в принципе, если вы купите, допустим, одну одежду, да, ну, вот давайте возьмем не ювелирную бижутерию, да, а давайте возьмем одежду, да, вот давайте не по умолчанию, а вот давайте возьмем по цене, вот, по максимальной, сейчас, ой, не в ту сторону, давайте возьмем самое крупное. Да, вот, ну вот давайте возьмем сумочку, да, 45 баллов, она стоит 6 тысяч, да, 6700 мы делим на 45, 33, да, и это у нас получается половинчатый балл. И если мы с вами возьмем сумочку и какое-то ожерелье, то на самом деле 150 рублей балл умножить на 50 получится 7500 рублей. Именно 7500. Но наши лидеры, выбирая что-то, да, наши консультанты, выбирая что-то, акции, еще что-то, они не всегда берут все по акции, да, то есть они не всегда берут по половинчатому баллу, они не всегда берут дополнительный ассортимент. Очень часто консультанты берут где-то пополам, да, и вот этот вот заказ у них получается где-то примерно не 4000, а где-то примерно 5000 рублей. Да, такое есть, но если сидеть и высчитывать, если нужны полные баллы, то, пожалуйста, огромный список продукции, да, сейчас я была в новинках, да, вот, допустим, если взять косметику, то огромный список продукции, где идет полный балл, да, вот давайте посмотрим. Так, тут, наверное, половинчатый все-таки 1481 мы делим на 1975. Что у нас получается? Нет, полный балл, пожалуйста. 5 штучек, да, взяли, и у вас уже практически 50 баллов, да, подарочный набор. Пожалуйста, смотрите, выбирайте. Да, то есть вот это вот дополнительный ассортимент считается, да, и он уже идет половинчатый балл. То есть мне кажется, что ничего страшного в этом нет, да, увлажняющие силиконовые носки, как бы их ни хвалили, но они, в принципе, вот и идут половинчатый, да, по-моему, балл на 4,93. Вот таким вот образом можно покупать продукцию реально на 4000 рублей, да, вот смотрите. Нажимаем «Продолжить заказ», «Продолжить оформление заказа», нужны, не нужны каталоги, добавляете, убираете, все, что вам нужно, да, что хотите, делаете, да, то есть, если хотите вернуть, то вот таким вот образом, нажимаете «Применить изменения», и у нас с вами есть очень много акций, которые вот как раз и действуют для всех покупателей, да, то есть тут вот идет ваш бонус за покупку. И вот все такие вот акции, они, конечно же, могут быть по половинчатому баллу. И это нормально, потому что скидка реально очень крутая. Да, ну вот давайте возьмем мою любимицу из этих, из всех. Да, то есть мне нравится вот кошачий взгляд, и вот мне нравится революционный объем. И, конечно, если мы 118 рублей, нашу цену, да, не вот эту вот, а нашу цену поделим на 0,79, мы с вами получим половинчатый балл. Да, то есть, и это ваше право брать с заниженной ценой или не брать с заниженной ценой продукт. И, в принципе, я считаю это нормальным. Да, то есть, вот такие вот акции. Также они встречаются и в каталоге. Дополнительный ассортимент и акции, это нормально, что они идут по половинчатому баллу. Это хорошо для ваших же покупателей. Вот в компании Фаберлик недавно происходил тест. Да, один каталог порошок стоил по половинчатому баллу, но он был 200 с чем-то рублей, да, вот, и все вроде бы было здорово, и набрали
продукции в два раза больше, чем по полному баллу. И в итоге лидеры Фаберлик все равно в баллах выиграли, потому что те, кто любит распродажу, те, кто ждут крутые распродажи, они берут намного больше. И в баллах получается больше, хотя по половинчатому баллу мы покупаем. Поэтому меньше слушайте слухи, меньше смотрите всякие сравнилки. Если вы пришли в компанию расти, развиваться и зарабатывать, то вам нужно сейчас понять одно. Вам не надо сравнивать, да, то есть вам не надо смотреть эти сравнилки, вам нужно видеть свои плюсы в компании Фаберлик, а плюсов в компании Фаберлик огромное множество. И это не только самый широкий ассортимент, да, из всех сетевых компаний, но еще и такие бонусы, как бонус материнства, бонус усыновления, их просто огромное количество. Давайте зайдем в раздел партнерства. И для наших дорогих новичков, кто не знает, да, то есть у нас есть акция новым консультантам за подарок. Давайте посмотрим подробнее. За подарок новый консультант всего лишь, да, смотрите, сумма заказа смешная, 1200 рублей, консультант может получить вот этот набор или этот набор в подарок за заказ 1200 рублей, и это в ценах каталога. Да? И сейчас давайте посмотрим, сколько же стоит вот эта же хотя бы палета для бровей и вот эта же хотя бы тушь для ресниц. Да? Вот это чисто уже для бизнесменов. 370 рублей стоит палета для бровей, и тушь для ресниц стоит 73 рубля. Да? 370 плюс 73, да, что у нас с вами получается? 370 плюс 73 рубля, это у нас с вами получается 443 рубля компания в каждого вашего новичка вкладывает. Так, сейчас еще раз открою второй калькулятор. И мы с вами, ну, это очень просто посчитать, да, 1299 рублей в ценах каталога. Если новичок делает первый раз заказ, у него скидка на все 20%, да, 20%. 1299 мы вычитаем 20%. Что у нас получается? 259 рублей еще скидки от цены каталога. 443 плюс 259 рублей. Получается 702 рубля. Да, 702 рубля. Так, минутку. 1299 минус 20%. 259 равно. Да, вот на 1000 рублей по цене каталога человек сделал заказ, и выгода у него 702 рубля. Вот если это доносить, вы очень быстро станете и элитным, и международным, и партнером компании Фаберлик, и выше, выше, выше. Потому что если только одну эту выгоду понять, и если только одну эту выгоду доносить до человека, что если он пойдет в магазин и купит на 1000 рублей, ему на 700 рублей ничего там не подарят. Понимаете? Вот это первый, да, вариант. 1200 рублей. Сколько это баллов? Давайте с вами смотреть, потому что у нас есть с вами акция новичка. Еще акция Фаберлик Клуб, простите, да? Акция Фаберлик Клуб. Вот я добавила все при вас в корзину. Сейчас я удалю. Так, это что у нас? Так, если новичок берет, да, ну давайте возьмем пример. Он берет по полному баллу, да, и сейчас пройдем в корзинку. Так, минутку, вот сюда зайду. Пройдем в корзинку, да. К примеру, новичок взял на 1000 рублей, да. Тут у нас 4000 рублей. Мы возьмем, что новичок, да, вот видите, 73 и 370 в корзинке светится, да, прям при вас. Получается, нам надо на 1000, да. Давайте вот это удалим. У нас остается 2000. Еще надо удалить половинку. Давайте возьмем 4 штучки. Вот 1500 рублей. Это уже 19 баллов. Сейчас узнаете, о чем я говорю. Так, возьмем 3 штучки. 1200. Так, хорошо. Давайте тогда еще вот это удалим, чтобы уже точно было. 1100. Да, ну вот, к примеру, давайте еще возьмем 2. Так.
Так, ну и да, нет, давайте все-таки 3 возьмем, да, ну вот, к примеру, ваш консультант сделал заказ на 1100, а надо было сделать заказ на 1039. Ну, в принципе, бог с ним, не будем тут с вами подбирать, да, пусть это будет не 15 баллов, да, к примеру, а пусть это будет там 13 баллов, да. И вот если ваш человек, который придет в компанию Фаберлик и сделает заказ на 13 баллов, да, то он уже в следующем периоде участвует в акции Фаберлик Клуб, да. О чем эта акция говорит? Если у вас есть баллы, да, то есть когда вы делаете заказ, этот заказ весит какие-либо баллы, да. Вот сейчас на данный момент я могу сделать заказ на 15 баллов. Эти баллы превратятся в 15 бонусных баллов по программе Faberlic Club, и я их могу обменять на подарки, да. У меня сейчас, как вы видите, 7 баллов на счету. Вот. И на какие подарки я могу обменять вот свои же 15 баллов? Я могу купить, не купить, а взять себе в подарок 3 маски для лица. Да, 3 еще подарка. Если посмотреть, сколько эта маска для лица стоит, да, к примеру, вот она у нас, артикул 0713. Давайте посмотрим. Так. Где мы с вами, да, давайте поисковичок найдем, посмотрим с вами, так, Enter, сколько эта масочка примерно стоит, 21 рубль, да, то я еще могу получить 60, получается, 3 рубля в подарок, да, 3 подарка, это получается, я могу получить, грубо говоря, 5 или 6 подарков в следующем каталоге. Вот что нужно доносить, да, потому что компания Faberlic – это супер крутая, супер щедрая компания. Да, и еще прибавляем 63 рубля, вот если я беру 3 маски, да. А что у нас получается? 765 рублей. 765 рублей компания возвращает вашему новичку назад. Это примерно, да, если он сделает заказ и оплатит до конца каталога. Я считаю, что это очень щедро, потому что у нас вот есть две такие вот крутые программы, да, то есть это накопительная программа. Как вы видите, подарков тут огромное количество. Есть подарки за 10 бонусов, да, можно купить какое-либо мыло в подарок. Есть подарки за 15 бонусов, можно купить мыло для кухни, да, то есть бальзам для волос, шампунь для волос, да, есть и подороже подарки. Видите, на пятую страничку перелистываю, по 20 бонусов, да, ванночки для ног, перчатки для экспресс, средства универсальные серии Дом Фаберлик, это антибактериальное, да, то есть что-то в дом, спрей, пятновыводитель и так далее, да, то есть это первое. Второе, у нас также есть вот такая вот VIP-программа крутая, да, и, ну, это для людей, которые делают 100 баллов. И вот давайте посмотрим вот на это. Все мы с вами знаем, что компания Faberlic у нас с вами рекламируется везде и всюду. И компания Faberlic, когда подает рекламу, баннеры по телевизору, на Ютубе, она активно развивает свои группы в социальных сетях, свой Инстаграм, да, то есть, ну и так далее, и так далее, и так далее, да, канал в Телеграме, то есть у Фаберлик очень много всего, что она ведет, да, то есть и она таким образом, она не просто ведет, чтобы прорекламировать свой продукт, да, она еще и таким образом помогает нашим новичкам. Люди, когда регистрируются в группе Faberlic, то или по рекламе, да, допустим, или просто на сайте нашли человека, она легко и просто распределяет этих новичков между VIP-консультантами, да. Чем больше ваш VIP-стаж, тем больше под вас компания будет регистрировать людей. Ну вот под меня, к примеру, 1-2 новичка в каталог проходит, да, у кого-то 4-5. А тут идет региональное распределение, как вы видите, и получается, что не во всех регионах очень много регистраций, у кого-то по 2 регистрации, по одной в каталог, да, вот у меня бывает 3, бывает 2 в каталог, да, вот это вот тоже здорово. Далее у нас есть такая фишечка, как план развития. Вот если его посмотреть, вот этот вот план развития, да, то мы с вами увидим, что у нас есть не только ступени лестницы успеха, да,
Но у нас с вами есть еще и очень много различных крутых статусов, за которые компания нас отправляет в разные страны мира просто так бесплатно отдыхать. Мы не платим налоги с отдыха, как в некоторых компаниях. Мы полностью бесплатно ездим. Единственное, что с нас требуется, это добраться за свой счет до точки вылета, допустим, в эту же Доминикану, в эту же Шри-Ланку. Я там была за счет компании, это 100% информация, да? И вот осенью мы едем вдвоем с мужем в Бали, и я уверена, что это будет опять-таки, как обычно, пятизвездочный отель, крутое обслуживание и так далее. А далее, значит, что у нас есть? Бонусы директорских статусов. Что это такое? Это когда, вот, кстати, очень часто кое-какая одна линейная компания нас сравнивает, да? Вот смотрите. Неважно, вот сейчас на этом рисунке показано, что мы получаем 7 уровней в глубину, если мы имеем 24 директорские ветки в первой линии, да? Что это означает, да? То есть, если у нас, допустим, в 10-й линии от нас, хоть в 20-й линии от нас открылся директор на 3000 баллов, то ветка считается директорской, и нам с нее платится 5% с этой ветки. 2 уровня и ниже в глубину, да, к примеру, у нас, допустим, подо мной есть серебряный директор, да, то есть я серебряный директор и подо мной серебряный директор. И вот под этим серебряным директором 2 директора, и я получаю по 1% с каждого из директоров в их глубине, ну и так далее, и так далее. И причем между этими людьми может быть хоть по 500 человек. Если что-то непонятно, пишите под видео, я вам все нарисую. Да, то есть вот такие вот директорские бонусы, они реально крутые. Далее, что мы с вами посмотрим, это квалификационные бонусы. Я сейчас говорю цены России, но компания Faberlic сотрудничает вот с этими, со всеми странами. Никаких регистраций не надо, ничего не надо, каких-то там отдельных кабинетов, нет никаких преград, да, то есть в моей команде есть Казахстан, Беларусь, есть Германия, есть Грузия, есть Кыргызстан, есть Латвия, есть так, Молдова есть, Польша есть, конечно, России больше всех, Таджикистан вот у меня есть, Турция, да, то есть, ну, тут, в принципе, я уже устала перечислять, да, о чем я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот эти вот квалификационные бонусы выплачиваться могут и в двойном размере, и просто так. Что это такое? Допустим, за уровень директора вы его открыли, вы продержались 8 каталогов из 17, да, 8 каталогов из 17, вы получили свои 55 тысяч. Если вы продержались, допустим, ну, то же самое, что со старшим директором, с золотым, с бриллиантовым, да, то есть вот сейчас на данный момент я кандидат на премию 1 750 000 рублей. Далее, у нас с вами есть такая фишечка, как быстрый старт. Быстрый старт – это когда вы за полгода, то есть получается в течение 9 периодов 2 раза подряд, то есть за 8 каталогов с момента регистрации успеваете открыть любой крупный статус: директор, старший директор, золотой директор, без разницы, да, какой вы статус откроете. Главное его подтвердить 2 раза подряд. И у вас получается, что вы вот эти вот квалификационные бонусы, если вы будете расти быстро, вы их получаете в двойном размере. То есть, если вы за 8 каталогов успеете взять, допустим, уровень директора, то первые 55 тысяч вам перечислятся по итогам 9-го периода, а вторые 55 тысяч вам перечислится после того, как вы в следующие 9 периодов еще 6 раз, в любых, кстати, получите, еще 6 раз подтвердитесь, и вы получите вторые 55 тысяч. То же самое, если вы успеете открыть золотого директора, да, к примеру, то у вас будет суммироваться бонус 55, 27, 500, 110 и 165. Вот давайте с вами посчитаем, именно, так, 765 рублей выгоду я убираю, и давайте с вами посчитаем, да, 55 тысяч плюс 27 тысяч, не буду брать 500 рублей, да, плюс 110 тысяч, так,
плюс, так, минутку, что-то у меня сбилось, да, так, 55 плюс 27 плюс 110 и плюс 165. Это премии за золотого, за серебряного, да, ну вы видите, тут в скобочках подписано. И давайте с вами умножим на 2, да, то есть за год можно получить 714 тысяч бонусом, не говоря о том, сколько вообще золотой директор, к примеру, зарабатывает. Да, вот, это только бонусы, помимо основных выплат, единовременные квалификационные выплаты, да, вот, а еще ведь у вас будут основные выплаты, вы не забудьте, что 700 тысяч можно заработать просто так за полгода и еще получать выплаты за свою структуру. Вот, а это просто программа «Быстрый старт», которая говорит: молодец, ты хорошо растешь, ты быстро растешь, забери в два раза больше, чем ты планировал. Вот и все. Далее у нас с вами есть такой бонус стабильности, бонус развития и бонус материнства усыновления. Ну, давайте начнем с бонуса материнства усыновления, потому что если вы, допустим, в звании вице-директора минимум 8 периодов за последний год, то этот бонус ваш, если на момент рождения или усыновления ребенка. И тут смотрите, что есть. За первого ребенка вам компания Faberlic в каталог будет платить 1500 рублей, вот просто так, за то, что вы мамочка в декрете, за то, что вы вице-директор. 3000 рублей в семье появляется второй, третий и последующие детки. Да, эти акции тоже во всех странах есть. Во всех странах, на которых сейчас сотрудничает Faberlic. Вот, да, и даже написано, куда и кому нужно обращаться по начислению бонуса материнства и усыновления, да, вот. Далее, значит, у нас был бонус развития, это когда на уровне бриллиантового директора вы получаете 30% от всех сумм квалификационных бонусов, то есть вы бриллиантовый директор. У вас, значит, под вами 6 директоров как минимум, да? И эти 6 директоров открыли статус директора и подтвердили его, да, к примеру. И вы тоже свой квалификационный бонус подтвердили. Вот, и что у вас получается? После того, как вы подтвердили свой квалификационный бонус и получили денежки за эту квалификацию, да, у вас... Все, кто открыл звание директора, да, вот, ну вот давайте возьмем пример, у вас 5 человек открыло статус директор и подтвердило его, да, и вот эти вот, допустим, 55 тысяч мы, так, минутку, мы вычитаем 30%, получается, так, минутку, 17 должно получиться, 55 тысяч, мы с вами вычитаем 30%, да, 30%, вот, 16 с половиной тысяч, и у вас таких человек 5, и просто раз в год вы будете зарабатывать, ну, это к примеру, конечно же, да, дополнительно 82 тысячи 500 рублей единовременной выплаты просто за то, что вы помогаете развиваться своим директорам. Далее, и последний бонус, это бонус стабильности за то, что вы находитесь в каком-либо статусе, как вы видите, и вы VIP-консультант, да, под которого компания регистрирует людей, вы, допустим, директор или старший директор, да, то два раза в год вам будут выплачивать бонус стабильности за то, что вы не растете и не падаете. Я сейчас лично получаю 44 тысячи в год за то, что я выше рубинового директора, и я ниже его не падаю. Да, то есть мы в открытом статусе старших международных директоров. Ну, круто, это круто. Вот такие вот бонусы, вот такие вот всякие разные крутые фишки у нас есть. Когда я, понимаете, Faberlic — это щедрая, это крутая, это суперская компания. И когда я начинаю видеть вот эти вот сравнилки, да, вот мне сегодня буквально новичок в личку
скинула сравнилку, я посмотрела, да, и там сбоку подбирают видео по сравнилкам, и какие компании сравнивают, да, то есть то линейная компания, где там за третью, за четвертую линию вообще ничего не платится, да, я не буду сейчас называть ни одной компании, потому что везде можно и нужно зарабатывать, если у вас получается, пожалуйста, зарабатывайте. Есть компании абсолютно молодые, в которых нет логистики, нет таких крутых премий, да, есть компании, которые идут с очень дорогим ценником, да, и не каждому продашь там, к примеру, этот же там тональный крем за 1500 рублей или за 5000 рублей, да. Вот, понимаете, просто, как вам сказать, политика компании Faberlic — это никогда не сравнивать. И я ни разу в жизни ничего никогда не сравнивала. Сегодня я, конечно, посмотрев, я была в легком шоке. Неужели наши новички не знают, что на это ответить? Так вот, я сняла данное видео, и я его сейчас разошлю по чатам новичков. Может быть, кто-то, да, из лидеров других сетевых компаний посмотрит и подумает, а правда, у нас ведь ничем не хуже, чем у них. И будет соблюдать, конечно же, вот этот вот нейтралитет. Для чего все эти сравнилки, я, конечно, понять до сих пор не могу. Вот эти все переманки, понимаете, люди, которые бегают туда-сюда, они и дальше будут бегать туда-сюда, пока не осядут и не поймут, что в одном месте можно зарабатывать намного больше, чем в 10 местах сразу или бегая туда-сюда. Везде нужно терпение. А если переманивать вот данных перебежчиков, то они и будут бегать туда-сюда. Они убегут к нам от вас. Вот у меня есть мальчик, он, не буду называть его имя, он за год сбегал в несколько сетевых компаний. Он сбегал в 3 пирамиды. И сейчас он работает водителем. Водителем на какой-то там фабрике. Все, ему надоело. Он сказал, интернет — это лохотрон. А то, что он более 3 месяцев нигде не задерживался, да, а за 3 месяца ничего не сделаешь. Потому что за 3 месяца я вышла на доход всего лишь, по-моему, 6 или 8 тысяч. И это нормально. Да, то есть я вышла на хороший доход, на 100 тысяч в месяц, буквально, ой, давайте, чтобы не соврать, я сейчас пройду в личный кабинет и покажу вам, да, то есть вот пусть это будет такой мини-вебинарчик для моих дорогих коллег, но зато мои дорогие коллеги уже точно будут знать, что такое сравнилки, с чем их едят и почему все это вообще сравнивается, да. Так, значит, вот у нас отчет, лицевой счет консультанта. Вот я под собой, да, Кононова Анна. Нажимаем «Посмотреть». Нажимаем «Посмотреть». Значит, сейчас прогрузится, он уже не маленький. А дата последнего, дата регистрации, то есть у меня 26.11.2014 год. Значит, то, что было до 01.01, сейчас я... Да, то есть вот тут вот 3 каталога. А 3 каталога, это получается 21 умножить на 3. Да, это получается, я вышла всего лишь на 700 рублей выплату. Да. За 4 каталога на 3 тысячи, за 5 каталогов на 11 тысяч, это раз в 3 недели. За 6 каталогов на 17 тысяч, как вы видите, я вышла. За 7 каталогов на 19, за 8 каталогов на 31. И я пошла открывать индивидуальное предпринимательство. Да? Но как вы понимаете, вот даже если быть на 12% и получать 3000 в каталог, так это уже неплохо, да? 4000, да? 3900 там с чем-то. Потому что если пересчет на месяц, вот давайте с вами опять-таки посмотрим, да, пересчет на месяц 3921, мы с вами умножаем на, у нас 18 каталогов и делим на 12 месяцев. Это уже получается 5800. Вам что, лишние 5800 в месяц, что ли, да? То есть, а 11 тысяч это уже вообще как бы... Я считаю, очень хорошо. 11708 мы умножаем на 18 каталогов и делим на 12 месяцев. Да, мы же с вами привыкли зарплату по найму получать 12 раз в год. Это уже 17 тысяч. Это уже неплохая подработка, я бы так сказала. Да? А когда вы уже получаете 30 тысяч каждые 3 недели, да, вот видите, 31 505.
Да, получается 31 505 мы с вами умножаем на 18 каталогов, делим на 12 месяцев, это уже 47 250 рублей. Ну, конечно, с такого уровня, да, из таких выплат мы уже с вами вычитаем 6% налогообложения. Не забывайте, что 2 800 мы отдаем, да, то есть мы платим налоги. У нас белая официальная профессия, легальная, у нас белые доходы, все белое. Понимаете, мы не можем ни копейки там где-то сфилонить и бояться, да, чего-то. Нет, у нас все белым бело. И вот 44 442 рубля чистыми на руки ежемесячно наши, вот уже считайте, так, кем я была? Я была вот директором, да, вот 31 тысяча у меня зарабатывалось. Я считаю, что очень даже неплохо, но директор я была толстенький. Обратите внимание, директор это 3000 баллов, а у меня тут 3900 баллов уже. А 5000 баллов это уже старший директор, да, как вы понимаете. Но смотрите, на старшем директоре может быть товарооборот, это уже очень толстенький старший директор, да, 11695 баллов. Это тоже старший директор. И вот его зарплата, да, как вы понимаете. Тут тоже нужно знать, да, что у вас, да, тут смотрите, хоп, я открыла золотого директора, и у меня начали получаться директорские бонусы, вот, значит, мои директорские бонусы и моя ОСЗЛГ. И, конечно, довольно так и симпатично, когда вы получаете уже, ну, грубо говоря, по 60, по 70, а потом и по 100 тысяч, да, вот давайте посмотрим колоночку, да, вот тут уже 87 тысяч зарплата, да, нет, это с премией, простите, без премии, да, вот берем 65, без премии 89, да, и ваша зарплата, она растет потихоньку, да, вот она у меня началась с 31, и потихоньку начала вот расти, да, 37, 45, 50, вот, это с премией, вот эти две выплаты, да, то есть и вот таким вот образом. Компания Faberlic платит как часы, компания Faberlic щедро настроена и логистика, компания Faberlic очень щедро настроена система бонусов, система поощрений. Компания Faberlic дарит и много денег дарит, и платит хорошо, как часы. И плюс ко всему, еще и дарит огромное количество подарков для старта вашего бизнеса. Вот, и я забыла сказать, еще у нас с вами есть стартовая программа, которую я реально забыла рассказать. Она идет в разделе «Новым консультантам». Я ее вам сейчас просто прогружу, дабы ролик не был бы длинным, да. И это новички, которые получают наборы хитовых призов целых полгода. Да, смотрите, ваш новичок делает заказ на 5000 рублей в ценах каталога, не забывайте, 20% скидка. Он забирает за 99 рублей хиты продуктов. Давайте смотреть, вот 5 продуктов за 99 рублей, вот 2 продукта, порошок и пятновыводитель, да. И он полгода, он у вас будет забирать вот 4 подарка, да, то есть каял для глаз, тут цвет на выбор, помада цвет на выбор, то есть он еще выбирает подарки. Вот, пожалуйста, подарок за 99, вот подарок, это микродембразия, энзимный микропилинг с анокислотами, вот подарок, люксовая серия, и самый последний шаг, это парфюмерные пары, да, вот с такой вот водичкой. Поэтому я считаю, что Faberlic это сильно, ваш выбор это ваш выбор, но если мы начнем все это круто преподносить, все это круто рассказывать, то мы, грубо говоря, будем правы, потому что это все правда. И когда вот идут вот эти вот мелочные сравнилки, то я вам еще раз повторяю, компании Faberlic легко и просто сделать заказ на 4000 рублей, чтобы получать свои выплаты. И быть такого не может, что надо делать на 7500 и не меньше. А кто-то пишет, кто-то говорит и 10 тысяч, кто-то говорит и 15 тысяч. Я не знаю, кто и где такие суммы берет, да, но VIP, даже быть VIP-консультантом, так, кто-то мне тут написал, даже быть VIP-консультантом, так, где моя корзинка, да, даже быть VIP-консультантом, давайте с вами посмотрим, так, давайте возьмем 10 штучек, это 59 баллов, и еще 8 давайте возьмем, да, так, все равно 50 баллов,
Так, 18, простите. Да, вот 99 баллов, и давайте тут 4. Да, 102 балла, 7724 рубля. Да, и то 2 балла, да, то есть отсюда еще можно, грубо говоря, 150 рублей вычесть, да, потому что 75 рублей балл, 75 до 75, 150. Вот и все, пожалуйста. Получается 7500, 7600, да, 7600 рублей это и есть заказ на 100 баллов. А кто-то говорит, что 7500 это заказ на 50 баллов. Давайте же с вами быть честными, откровенными. И если мы не знаем маркетинг-план, то лучше все равно, вместо того, чтобы вам ваши лидеры перестали доверять, все-таки выяснить очень хорошо информацию. Почему я так говорю? Потому что если бы я обманывала свою структуру и обманывала свою команду про разные сетевые компании, то было бы очень даже смешно и было бы очень даже некрасиво. Почему? Потому что когда мои лидеры бы узнали правду, они бы после этого мне бы больше никогда бы не поверили. И я бы потеряла доверие у своей команды, и моя команда просто бы начала от меня разбегаться от такого вот лжелидера, да. И вы должны сейчас это понимать, дорогие сравнильщики и дорогие новички, которые верят сравнильщикам. Лучше всего спрашивайте это у людей, которые помогут вам прям зайти в корзину и помогут вам все показать и все рассказать, потому что это не смешно наговаривать на компанию, наговаривать на лидеров и так далее, и так далее. Да, вот сейчас я вам просто открыто, откровенно показала всю правду, какая она не есть. Да, если быть уже совсем сильно, сильно прямо вот точной, то еще есть доставка, может быть, там доставку просчитали или еще что-то. Ну, давайте с вами посмотрим. Да, 102 балла, 102 балла, доставка 149 рублей. Да, то есть и получается 7700 плюс 149. Вот все, что я лично плачу за свой заказ. Все, вот прям больше ничего я не плачу. Всем пока-пока, до встречи с вами в новых видео. Если вас терзает смутное сомнение по какому-либо из сравнений, ну, давайте с вами будем все разбирать прямо на сайте Faberlic. И с вами будем все смотреть. Привет вам! Пишите свои комментарии.